На Гомельщине до выборов президента Республики Беларусь готовы все 997 участков для голосования. Отповедное заключение сделано на посяджении областной выборчей комиссии. Стенды с программами усіх кандидатов, столы с документами и списы выборщиков. З ними можно ознакомиться, что день с 17 до 19 годин. На некоторых участках уже усталявали кабины для голосования, одно место, в яких предугледжен для инвалидов-колясочников. Подчас выборов тут з'явятся так само рабочие места членов комиссии и назиральников. У связи с пандемией одночасово на участку их будет находиться не больше, как 5 человек. Значная увага надается так само санитарным и пожарным мерам безопасности. Состоялось очередное заседание Гомельской областной избирательной комиссии. Был рассмотрен вопрос, основной вопрос, это готовность участков для досрочного голосования, которое начнется с 4 августа на следующей неделе. Были выслушаны доклады всех необходимых служб, которые занимаются именно проверкой участков, дают свои заключения, это МЧС, и милиция и Белтелеком. Все доклады довольно-таки были неплохие, удовлетворили областную комиссию. И я могу заявить, что все участки 100% готовы для проведения досрочного голосования. Датерміновое голосование на выборах керовника державы начнется 4 жнивня и протягнется до 8 жнивня. Участки в этот период будут працевать с 10 до 14 и с 16 до 19 годин.